Друзья, всем привет! У меня хорошие новости. Только что закончил запись бас-гитары для новой песни. Это песня группы «Гаснет свет» под названием «Навстречу ветру». Очень интересная получилась запись, очень продолжительная песня, можно сказать, эпичная. Вот, такие песни всегда очень интересно записывать, поскольку в них собрана масса, я бы сказал, стилистически разного материала. Вот, поэтому это всегда такой челлендж для меня в плане записи. И на сей раз это не стало исключением. Мне хотелось сделать как можно лучше. И я, опять же таки, очень надеюсь, то, что вы оцените нашу работу совместно. Это уже не первая работа, это уже вторая по счету наша совместная запись. И я с нетерпением жду выхода трека в свет. И я надеюсь, что вы нас поддержите. Я думаю, что на этот вопрос нету однозначного ответа, и каждый случай он исключительно индивидуальный, и нужно искать причину возникновения тех или иных событий в жизни. И если так уж случилось, что в вашей жизни начал гаснуть свет, вам нужно его постараться зажечь вновь. Поэтому, друзья, все, что происходит в жизни, оно во многом зависит от нас, и стоит самим начать разжигать огонь, когда становится темно. Поэтому, друзья, берегите себя и слушайте хорошую музыку.